Кинокомпания Distribution. При участии PKU Starlight Group. Никили, а также Витас. Я было так беспокойно. На этот раз мы можем пока не выпал снег. Из года в год мы разоряем равнину, но каждый раз... Слушаюсь. Сам живешь чувствами. Отец, я принесла лекарство. Не хочу.
И здесь лекарство. Вчера. И сегодня тоже. А почему я не видел? Когда это было? Жужжане подошли к нашим границам. Для защиты страны необходимо собрать войска. Сяй. Здесь. Мавен? Здесь. Старый товарищ. И забудь. Знай, это я. Thank you.
в семье Ху. За беспричинный страх и бегство – смертная казнь. Кто не услышит сигнал или будет спать... Не зевай. Спасибо. Женщинам сюда нельзя. За это положена смертная казнь. Хочешь, чтобы всю нашу деревню... Да. Так и знал, что все этим закончится. Это только у тебя они маленькие. Нет, это у тебя они огромные. Здравствуй, брат Мулан. Давайте поменяемся кроватями. Это еще зачем? Шатры. Черный ветер. Ты новобранец? Моего коня зовут Лунный. А твоего?
На, Вентай. На, Хуамула. Свою жену. Так ты женат? А я думал, ты его рисуешь. Я единственный сын. Сына богатого соседа, чтобы заплатить за лекарство для матери. Но оно ей не помогло. Твоя мама знает, что ты хороший сын. Она дождется тебя. Брат Вентай. Наступление. Защита. Выпад. Чем источники. Он тебя узнал? Строится. Дядя.
Живее! Чего смотрите? Раздевайтесь! Скорее пошевеливайтесь! Снимайте одежду! Сегодня тоже. Все снимайте. Раздевайтесь. Живо. Снимайте одежду. Не помню. Казнить. Командир, нужно сначала во всем разобраться. Что случилось? Скажи ему.
Мулан, это Мулан! Приготовьте повязки. Слушаюсь. Идем. Держи. Пожалуй. Я тебя не боюсь. И перестаю бояться.
Энду объединил силы всех племен. Боюсь, нам не миновать великого сражения. Приказываю... Ахуа Мулан, генерала усмиряющего севера. Император надеется, что эти герои... Чувствам не место на поле боя. Когда я была маленькой, значит, у вейцев остались генералы свирепостью, подобные тиграм. Жужанский. Это было бы замечательно. Меня будут хоронить под звуки твоего пения.
Умник. Генерал? Охраняй припасы. Слушаюсь. Конница. Не преследовать! Умник! Умник! Подарю ему внука. Это моя вина. Я во всем виновата. Твой отец был. Я сражаюсь, теряя одного брата за другим. Thank you.
Я больше не хочу сражаться. Я не хочу... Послушай, когда на тебе доспехи генерала... Останься. И то правда. Генерал Вэн погиб, а генерал Хуа уже давно нас не может...
Давайте будем тренироваться сами. Вставайте. Зачем? Стой! Ты больше не там. Он хотел, чтобы ты стала настоящим вождем. Генерал Хуа, который стоит перед...
своего самого дорогого друга после его смерти. Вы тоже должны стать сильнее, чтобы защитить. Ее чувства не дают ей стать сильнее. Нужно помочь ей. Императора, генерал Хуа с войском в 5000 солдат заманил Жужан к реке. При звуке его имени генерал Хуа всегда идет в бой впереди своего войска. Зачем разжаловать генерала Хуа в повара? Да не его, а тебя! Пусти его! Нужно сказать ей правду. Но вы оба так одиноки. Имена Бидунху, Дайуэ и Давэнь мы сможем захватить Великую Равнину и навсегда покинуть.
Мой отец добр. И вы все на славу потрудились. Куту. Отец, Футу подговаривал другие племена. Отец. Ты подарил мне жизнь. Нужно отступить. Ковать оружие. А зачем нам оружие? И заживем так же богато, как вейцы. Ваш новый повелитель. Ты произведешь на свет наследника самых благородных кровей.
Нечего противопоставить его огромному войску. Лучше отступить, уйти в оборону и ждать, когда они придут. И застаем его врасплох. Основные войска идут в атаку, а небольшая группа скрывается в засаде. Главнокомандующий обойдет его с тыла. Когда неприятель развернет войска, подайте сигнал дымом. Я генерал Великого Царства Вэй Хуа Мулан. В наших землях живут народы Хан, Ши, Сянбэй. Лучники! Бли!
Хуа Мулан. Всем войскам построить. Мулан! Мулан! Хуа-Мулан! Мулан. Позовите врача. Слушаюсь. Всеобщее отступление!
генерал. Перекрыть вход в ущелье. Убить его мы всегда успеем. Мне нравится смотреть, как... Есть! Дым от главнокомандующего. Наша последняя надежда. Что все меня покинули.
что рядом со мной ни души. Генерал! Генерал! Зовите! Зовите своих! Нужно ждать. Сяо-ху. Днем. И одну лишь надежду лелеет. Повелитель. Если они не выходят... Субтитры сделал DimaTorzok.
есть припасы. Мы больше не можем удерживать позиции. Воины! И мы будем сражаться! До последней капли крови! Смерть! Я, Хуа Мулан, никогда не предам свою страну! Thank you.
Я седьмой сын империи. Не думал, что вы так быстро оправитесь. Берегите себя. Повелитель. Сколько золота даст за тебя твой отец? Он меня не любит. Но для Жужан я властитель.
который рождается раз в тысячу лет. Придут тысячи таких, как я. Тех, кто... И не важно, сколько земель ты захватишь. Я никогда не смирюсь с тем, что... Я уважаю ваше желание водворить мир между нашими странами. Я тоже женщина. Не может быть. Я... устранить причину этой войны. Только так мы ее остановим. Отец тебя очень любит. Я все обдумала. Ты прав. И ты осмелишься убить меня? Я должен отомстить за повелителя. Yeah!
Сим, провозглашаю. Народу повезло, что у нас такие женщины. Я давно простил тебя. Союз между нашими народами. Битвам пришел конец. Отныне между нами воцарится мир. Ответственность. Понимаю. Thank you.
сказал, что готов отдать жизнь, лишь бы положить... Хочу, чтобы гибли такие, как Сяо Ху. Пусть их семьи больше. Поле боя. Я думала о тебе. Но если ты любишь кого-то, то надежда прорастет цветами и наполнит.